Будет салют или нет, это решают сами челнинцы и гости города. Голосование идет полным ходом в социальной сети. Безусловно, руководствуясь пожеланиями жителей нашего города, если жители скажут «надо», значит, организуем праздничный салют. Если жители скажут «не надо», значит, праздничного салюта не будет. Наша съемочная группа также решила провести небольшой эксперимент. Для этого мы вышли на площадь Азатлык и спрашивали у прохожих, нужен ли новогодний салют или нет. Против, потому что стыдно перед теми, кто защищает Родину, праздновать так широко, вот как матери, как бабушки. Умеренность и сохранение денег для фронта – это очень была бы прекрасная вещь. Можем организовать, ведь это радость детям, во-первых, да, и отвлечение в такой вот сложный момент жизни. Ведь во времена Великой Отечественной войны тоже были мероприятия, да, выездные были. Думаю, нужен, да, чтобы весело было детям. Нового года все-таки семейный праздник. Как отметил мэр Челнов Наиль Магдеев, на проведение салюта бюджетные средства не привлекались. Помогали спонсоры. И совсем скоро станет известно, будет ли салют в этом году или нет. Голосование за проведение новогоднего салюта продлится до 27 декабря включительно, до полуночи, после чего и будет принято окончательное решение, будет ли в этом году фейерверк или все-таки от него откажутся. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.